Евгений, расскажите, пожалуйста, из чего должен состоять правильный ужин, чтобы похудеть, на как вы, на 27 килограмм за 4 месяца? На самом деле ничего сложного. Ужин должен состоять в основном из белка и совсем небольшого количества жира. То есть обязательно это должен быть либо стейк, можно мраморную говядину, можно обычную с прослойками жира. Но опять же, говядина должна быть либо тушеная, либо запеченная, либо отварная. Это может быть свинина. Вот. Либо полностью целиком запеченная курица вместе с кожей, с какими-то жирными частями. Почему нельзя отказываться от жира вообще во время ужина? Потому что жир вам нужен для того, чтобы организм вырабатывал, собственно говоря, половые гормоны, которые состоят из белка и жира. И жир – это основное запасное вещество в нашем организме. Оно даст вам энергию на утро, и это очень важно. И в конце, перед сном, если у вас нет лактозной непереносимости, то лучше все-таки выпивать небольшой стаканчик любого понравившегося вам кисломолочного продукта. Это может быть мацони, это может быть кефир, это может быть ряженка, может быть все что угодно. Это нужно для того, чтобы подавить негативные процессы в кишечнике, которые вызваны тем, что к вам попал кусок мяса. И чтобы с утра не было тяжести. Вот как бы все.